привет! Вы на канале Кирилл Бойс. И у нас сейчас происходит такая вот дилемма. Кирилл просит поехать в магазин, причем уже рядом с этим магазином. Кирилл хочет купить что там себе? Акеда. Акеда. Он накопил денег и хочет купить себе акеда. Один акеда, один, который стоит почти 1000 рублей там, без нескольких рублей. А папа против. Почему папа против? Потому что у них уже целая коробка акеда, и у них куда-то пропала целая пачка, еще штук, наверное, 10 акеда куда-то пропала. Куда пропала? Куда пропала? Он спит, что ли? Нет? У меня такое предложение, Кирилл. Мы обязательно поедем покупать этого акеда, но только после того, как ты мне покажешь тех 10 акеда, которые пропали. Да не 10 у них пропало, один-единственный, который... А, один-единственный? Вот, да, да, ты мне покажешь этого, который пинается ногой. Как его звали? Хаяши. Хаяши, да. Да. Вот ты мне показываешь Хаяши, и мы сразу же собираемся, едем покупать. Можно его просто купить. Что? Его можно просто купить, Филька сказал. Филипп, по-моему, засыпает. А я считаю, что, в принципе, эти деньги Кирилл сам заработал. Это его деньги на его карточке. Поэтому, в принципе, он их может купить то, что он захочет. Хотя я тоже не поддерживаю, что надо покупать вот эту фигандюлину одного бойца за 1000 рублей, когда у нас их там уже сотни. Не понял, фигандюлину? Это нифига не фигандюлина. Папа, смотри, папа сопротивляется, но почему-то все равно он едет в магазин. Скажи, почему? Потому... Мы тебя подавили? А у Кирилла точно на карте есть 1000? Да. Да. В общем, ребят, напишите, пожалуйста, стоит или не стоит покупать. Как вы думаете, честно, если ребенок на свои честно заработанные деньги, накопленные, купит то, что он хочет? Или что-то подвякивает постоянно? Или стоит прислушаться к взвешенному мнению родителей? Да, напишите вообще, как вы считаете. Просто на улице очень жаркий, он хочет пить. И поэтому он помял всю коробку. Да, и вода холодненькая. Понятно. Так, пап, что ты паркуешься, нет? Там плюс? Плюс 19. Я только что показывала 22. Филя, одень Филька это кофту. Я одел. Молодец. А кепку-то свою модную? Кепку? Нафиг. Я деньги, мне кажется, нашел. Ой, эти деньги, это когда-то, если были деньгами, это заржавело. Но тот, кто не поднимает даже ржавые деньги, на того деньги обижаются. Да. Поэтому мы берем всегда все деньги, чтобы деньги нас они любили. Они горячие. Дай потрогать. Да не. Они правда горячие. Надо. Все, пойдемте, пока папа еще не передумал. 5 копеек, пошлите. А 50 копеек. 50. Так, смотрите на дорогу, чтобы машин не было. Дай 5. Будешь вонять. Дай 5. Будешь вонять. Почему я буду вонять? Ты мне чем-то замрал? Не привет. Потому что ты дал. О, жирный кот. Я захожу и сдернул. Молодец. А ты не дернул? А что не дернул? Надо было дергать тоже. Наша любимая рубрика «Ходим по магазинам», да, Кирилл? Не надо, тут вдруг он сейчас шмякнется. Зачем? Я хочу кофту снять. Да не надо, забудем потом. Не-не-не, не надо. Как я в тот раз. Да не надо, забудем потом, потеряем. Как я в тот раз, мам. Пошли. Да, мам. Да, как в тот раз. Так, где у нас акеда-то? Так, после... Филь, ты что, глаза закрыл? А? Посмотри на солнце. А что сзади? А, куклы, что ли? Да ё-моё. Каждый раз одно и то же. Так, где акеда? Так, не здесь, вот здесь. А, вот здесь рядом со скричеровыми. Что нет? А, вот. И вот это стоит 999. Кирилл, ты издеваешься? Ты даже не знаешь, что там. И что, мне интересно все равно. А только здесь может попасться легендарный боец. Правда? В одинарке? Да, только в одинарке. Ну, блин. И вот здесь может попасть. Слушай, ну вот эти даже тоже дорогие. Но вот, блин, почему вот он один остался последний, а? Как будто он тебя и ждал. Может, не будем все-таки, а? Будем. А, папа, посмотри, у него есть на карте 1000 рублей? Есть. Есть, я, да? Я только что посмотрел специально. 1000? 1000. Блин. А можно мне вот это вот? А у тебя сколько на карте? У тебя на карте 40 рублей. 5 рублей, ага. Угу. 5 копеек. 40 рублей у него на карте. Даже, по-моему, 40 нету.
Что это? Пират какой-то. PJ Masks. Фу. Кирилл, ты уверен? Может, все-таки не надо? Целую тысячу. Уверен. Целую тысячу это на целых 8, это 10 эклеров. Да ну, не надо. Лучше пусть одну игрушку, чем 10 эклеров. Эклеры вредные. Помнишь, какое вот это вот бесполезное яйцо? Да. И оно стоит 1299 рублей. Прикинь. Ужасно. Никогда такое не покупайте. Лучше вот купить вот такой набор. Он стоит так же, но он гораздо лучше. Пап, ты куда тут? Классная тачка Бэтмена. Где? С Бэтменом. Слушай, таких я не видела. А, тут все про... А, сейчас же этот недавно кино вышел, как там называется? Про Бэтмена. Про Бэтмена кино, да. О, бластер Бэтмена. Это тоже Бэтмена? Бэтмен, точно. Короче, давайте, раз уж пришли, посмотрим. Вот это Бэтмен. Филя. Так, возвращаемся. Это Бэтмен. Ну, Филипп, ну прекрати, пожалуйста. Филя. Ой, заходников на монстра. Это Бэтмен. Это Бэтмен-мобиль. Вот такой классный. А что, он не горит? Ничего, по идее, должно что-то загораться. Вот батарея. Может, правда нет. Так, это что? Это маска Бэтмена. Все так запечатано, даже не померить, не примерить. Пушка Бэтмена, смотри, Кирюх. Тут какой-то вот рычаг. Ма, смотри. Что? Вот это стоит 1500. Ну да, 1500. И что? Это просто фигурка же. А это стоит? 999. Так, это не... А, это тоже Бэтмен, смотри. О, Спайдермен печенька. Подожди, смотри, пап, а это Бэтмен? С полицией и с полицейской машиной. Короче, тут прям целая серия про Бэтмена. О, еще есть, смотри. Бэтмен карта. А карта это что такое? Секретный. Бэтмен детектив кит. Какой-то Бэтмен детектив кит. Прикольно. Смотри, мама. Привет, я маленький мистер Йода. Ну, а вот еще. Ну-ка. Мама, смотри. О-о-о-о! Сейчас, подожди, это очень большая. Она огромная прям. Вот. А что она делает? Просто машина Бэтмен тут лежит? Большой. Просто садишься и катаешься? Ну, это поднимается. А, да, вот это поднимается крышка. А вот сам Бэтмен. Да, я уже показала его. Вот еще. Где? Смотри. А тут что? Тоже еще один. Лаборатория Бэтмена. А, это лаборатория. Фичка, зайди. Лаборатория Бэтмена. Где Бэтмен? Ну, Бэтмен. А что он с какими-то, ну, черными? Ну, вот его глазами? Маски, вот все тут нагрудники. Вот еще машина Бэтмена. Одежда там, да? Чубатый Бэтмен. Так, кто-то там так громко орет. Ты слышишь? Эти ужасающие звуки. Бэтмен пойдет разберется. Мама! Это что? Это тот ребенок. А, это тот ребенок? Так, дед. И ты разобрался с ребенком, нет, Бэтмен? Да, все, видишь, затих. О, затих. Что ты ему сделал? Бэтмен решает. Ничего. Дал чупа-чупс. О, отлично. Все, пойдемте. Все, пошли. Так, еще один чупа-чупс нужен. Ему нужен. А, такая большая. Я думала, это там орет ребенок, который в коляске сидит, ляль какая-нибудь, а там огромный ребенок орет. Кирюх, ну ты сейчас, то есть, покупаешь, и мы сразу же здесь открываем и смотрим, кто там. А если там повторка, допустим, ниндзя, которых у нас уже там целых три, ты расстроишься? Ладно, и ты просто так профигачишь штуку? Ну, давай расплачивайся, мы тебя там ждем с папой. Что? Если Кириллу хватит, то можешь купить. Не хватит. Почему? У него 1000, а она стоит 999. А я ему еще скидку дала. А сколько скидка? А, не знаю, там какие-то бонусы. Она может накопительная, а он не знает, как ей пользоваться. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем, сколько у него осталось на карточке. Ты дал скидочку? Да, вообще. Ничего не пробили, кажется. Кажется, что там выбрали. А, подожди, так тебе еще на Филькину хватит. Ну ладно, сейчас. Сначала это купишь, потом Фильки купишь. Спасибо. Ты, ты брату-то спасибо сказал? Спасибо. Пожалуйста. Все, пошли. А что ты в мусорку хочешь бросить?
Вот как классно иметь свою карточку, да, Кирилл? Сейчас узнаем, бесполезно Кирилл потратил деньги или все-таки кто-то новенький попадется. Так, ты как думаешь? Что за... Вот, Филиппу хорошо купил себе мыльные пузыри, доволен. Точно знал, что покупает. Точно знал, да. А Кирюха кота в мешке купил. Смотри, набиваю телефоном. Ну давай, Кирилл, распечатывай, уже все ждут, уже все в нетерпении. Что это такое? Это... Они как полиэтиленовые. Они как полиэтиленовые, точно становятся. Так, подожди, а как открыть? Как, руками как. Попробуй, Кирилл. Так. Момент истины. Момент истины. Это какой-то эпик. Может, это Хаяши? Нет, есть? Это, да. У нас таких две, Кирилл. Это мисс Слизер. Если у нас их две. Ну что? Будет третья. Расстроился? Да нет. Тысячу потратил на то, что у нас уже есть. Ну, и что новый выпускатель? Какой? Еще один. Ну и зачем он тебе? Он, у тебя таких сотни. Ладно, не расстраивайся. Надеюсь, в следующий раз ты послушаешь папу и не будешь тратить бесполезные деньги. А у меня есть мыльные пузыри. Так твои мыльные пузыри, если в купленку превращаются, убери с меня, смотри. Он обычно пузыри лопаются и все, а это, видишь, в пленку в какую-то. Какая-то грязь. Ну, вообще, о, смотри, какая фигня, как жвачка. Филя, это харе. Не надо, на людей не надо пускать. Ужасная вещь. Вон на мне тоже. Ну что, Кирюх, не расстроился? Нет. Вот так, взял. Он не просто расстроился, он впал в осадок. Я не расстроился. Ну, что, возьми, будет лежи. У тебя новое Слизери? В следующий раз еще будешь покупать или да. Все-таки нет? Да, серьезно? Блин. Филипп загадил весь магазин своими пузырями. Во! Сейчас они полетят на первый этаж. Кстати, они почему-то не вниз летят, а куда-то вверх наоборот, смотри. Давай еще запускай. У них там паутина образовалась. Да. Видишь, они все вместе. И вот человек, который тысячу напрасно потратил. Да, Кирюх? Ну что, ребят, пишите, вы бы также потратили эту тысячу? И, ну, чтобы вы потратили тысячу. Филя, Филя, ты бы на что тысячу потратил? На мыльные пузыри? Огромные. Сейчас я здесь их закучу. Хорошо, что у Филиппа нет тысячи. Check the mic and make sure it sound right, boys.